Новый Завет – это по сей день очень влиятельная книга. Она оказала неизгладимый отпечаток на судьбу всего человеческого рода и стала фундаментом цивилизации. Очень часто и на протяжении веков это была единственная книга в деревне. Так кто же и когда составил эту небольшую коллекцию из 27 документов? Давайте разбираться, опираясь на авторитетных исследователей раннего христианства. У христиан с самого начала было влиятельное писание в виде септуагинты. Это греческий перевод еврейской Библии, выполненный в 3-1 веке до н.э. в Александрии. Сегодня мы называем его Ветхим Заветом. И не только апостол Павел считал его авторитетным, но и авторы четырех Евангелий часто цитируют Библию септуагинты как доказательство пророчеств об Иисусе. Хотя одновременно с этим, как пишет Эндрю Уоллс, традиционный иудаизм стал отвергать септуагинту, то есть перевод своих текстов на греческий, и это выглядело именно как протест христианам, которые присвоили ее себе. Поэтому, когда иудеи вынуждены были прибегать именно к греческому переводу иудейской Библии, они скорее использовали другие переводы, например, Симаха Евианита или Феодотиона. Но в какой-то момент последователи Иисуса стали производить свои собственные священные писания. И таких текстов, повествующих о Иисусе из Назарета и его подвигах, были массы. Так почему же среди многих выжили и вошли в канон именно эти 27 текстов? Кто принял решение о том, что войдет в эту святую коллекцию, а что останется за бортом? Самое раннее свидетельство, что именно эти 27 книг входят в канон, происходит от епископа Афанасия из египетской Александрии. В 367 году Афанасий распространил письмо, в котором оговаривалось, какие книги вам разрешено читать и какие из них можно считать священными. И сегодня в Новый Завет входят именно эти 27 книг, поэтому некоторые люди думают, что ну вот же оно, свидетельство, именно церковь предписала, что именно должно войти в Новый Завет. Или, как мы говорили в прошлом видео, некоторые считают, что не только церковь, но и сам император Константин решил, какие книги люди могут читать, а какие нет. Однако не стоит преувеличивать власть церкви на то время. Хотя епископы часто сами по себе были влиятельными политиками, сегодня ученые склонны согласиться, что скорее их реальная возможность влиять и контролировать повседневную жизнь народа была довольно ограниченной. И в том письме Афанасия скорее просто выражено мнение одного епископа к нескольким церквам в Северной Африке. Другими словами, это местный канон. Ученые обнаруживают, что в тот же самый период другие региональные советы устанавливали свои собственные каноны. Например, Леодокийский собор за несколько лет до этого подтвердил 26 из 27 сегодняшних книг канона. Они отвергли лишь книгу Откровения как подделку. В то же время Евсевий Кесарийский отвергал второе послание Петра, послание Иуды и третье Иоанна. Сегодня исследователи Нового Завета уверены, что первое и второе послание Петра написаны разными авторами и с огромной вероятностью явно не Петром. Так же, как Евангелие от Петра или три разных апокалипсиса от Петра. Так что, хотя канон Афанасия соответствует нашему современному Новому Завету, это не значит, что церковь указывала, что должно быть в каноне, а что нет, и что к 367 году все было решено. Скорее, в течение первых 400 лет церковной истории канон находился в постоянном движении. И еще год назад я рассказывал о различиях в Ветхом Завете вот в этом видео. Ведь христианские группы по всему Средиземноморью спорили о том, что должно быть каноном, и он менялся. Но все же я должен заметить, что уже к 3 веку рамки канона были относительно стабильными. То есть вырисовывалась примерная картина, что туда достойно войти, а что нет. Возьмем, к примеру, 4 Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Да, не все были согласны с этими четырьмя Евангелиями, и епископ Маркион отверг все из них, кроме Луки. Плюс важно помнить, что Евангелие от Фомы и Евангелие от Петра были очень популярны. Например, книга «Деяния Фомы» была очень влиятельной в Азии, а особенно на территориях современной Индии. Некоторые исследователи даже отмечают, что когда намного позже миссионеры из Португалии в 16 веке прибыли в Индию, то обнаружили, что местные христиане использовали «Деяния Фомы». Тогда они приказали запретить ее, и все копии просто сожгли как еретические. При этом можно вспомнить, что некоторые из таких текстов позже повлияли на представление Мухаммеда о Иисусе. Например, в Коране описаны сцены из детства Иисуса, напоминающие тексты от Фомы, где маленький Иисус воскрешает мертвую птицу или упавшего с крыши ребенка.
Христиане в Армении или христиане в Эфиопии тоже отличались видением того, что свято, а что нет. И все же мы должны понимать, что как Евангелие от Фомы, так и от Петра никогда не пользовалось такой же популярностью, как четыре Евангелия, которые мы видим в Новом Завете сегодня. Именно у них почему-то было больше всего фанатов, и поэтому именно их чаще всего переписывали и распространяли. Христианские богословы, такие как Ириней, Тациан или Юстин, цитировали эти четыре Евангелия еще во втором веке. Послания Павла также были признаны священными с самого начала. У нас есть свидетельство того, что они распространялись именно как собрание. Например, коллекция папирусов под названием P46, датируемая примерно 200-м годом нашей эры, содержит весь корпус писем Павла. Кроме того, епископ Маркион, о котором мы упоминали ранее, исключил почти все другие книги Нового Завета, кроме посланий Павла. Поэтому к тому времени, когда Афанасий написал свое письмо в 367 году, судьба двух основных разделов канона Нового Завета, то есть четырех Евангелий и послания Павла, была уже практически предрешена. При этом церковь не требовала, чтобы люди читали именно их вместо Евангелия от Фомы, скажем, или от Петра. Дело в том, что эти книги уже были бестселлерами. Важно понимать, что этот процесс был естественным. Как говорят специалисты, в то время церковь была еще довольно слаба и не централизована, чтобы влиять своим авторитетом. То есть епископы не предписывали, каким должен быть канон. Вместо внешней силы, управляющей этим, канонизацию лучше объяснить как органический процесс, где одни книги потеряли популярность, а другие приобрели ее в естественной конкуренции. Этот процесс мало чем отличается от того, как сегодня ролики становятся вирусными на YouTube или TikTok. Кстати, если вам нравится это видео, буду признателен, если поставите лайк и поделитесь им. Без печатного станка христианские документы могли распространяться только методом ручного дословного копирования и затем следовать по торговым путям поздней Римской империи. И если некая книга считалась особенной, ее копировали и распространяли. Если она была спорной или сомнительной, то ее не копировали, и, соответственно, у нее была меньшая аудитория и поклонники, которые могли бы ее переписать и распространить. Примером этому служит ранний христианский текст пастыря Ермы. Это был апокалиптический текст 2 века, по сути сборник видений и притч о нравственной жизни. Можете элементарно открыть Википедию и прочесть, о чем была эта книга. Евсевий считал, что ее автором был один из соратников Павла, и поэтому считал ее ранним и авторитетным текстом. Кстати, она, как и послание Варнавы, входит и в Синайский кодекс, наряду с другими каноническими текстами. Самуэль Дэвидсон пишет, что книга была ценной для многих христиан, и некоторыми отцами ранней церкви, такими как Ириней, считалась каноническим писанием. Но были те, кто считали ее подделкой, и, соответственно, отвергли. Поэтому из-за таких разногласий книга пастыря Ермы так и не получила нужной поддержки, чтобы стать частью канона. Таким образом, мы можем использовать пример этой книги, чтобы пролить свет на процессы, которые могли привести к канонизации того или иного текста. Ведь в отличие от Евангелия от Фомы, пастырь Ерма никогда не осуждался церковными руководителями как еретический. По сути, книга понравилась большинству христиан, и все же ей не хватило достаточного влияния и популярности, чтобы получить статус именно канонической. Но для нас сегодня важно понимать, что причиной этому скорее не были власти, которые яро запрещали ее, а именно естественные социальные процессы. Итак, мы обнаруживаем, что канон Нового Завета развился из двух необязательно взаимоисключающих сил. С одной стороны, такие образованные авторитеты, как Афанасий, Евсевий и отцы церкви, копировали одни книги и тем самым исключали другие. Но с другой стороны, мы видим и более органичный процесс, основанный на общественном мнении, которые епископы вынуждены были учитывать, когда уже в позднем IV веке они решили закрепить канон. Как отмечает Марк Нолл, настоящие дебаты на самом деле были вокруг нескольких противоречивых книг, таких как «Послание Иуды», «2 Петра», «Книга Откровений», «Пастыря Ермы» и некоторых других. На этой таблице можно увидеть, кто и в какие годы какие книги признавал за священные. И как вы можете заметить, список куда шире, чем 27 книг. Например, тут есть даже первое и второе послание Клименту. А вот еще одна более детальная таблица о истории формирования канона Нового Завета. Короче говоря, мы не можем указать, на
какого-то одного человека или события, или фактор мотивации для новозаветного канона. Как говорит доктор Эрман, канон Нового Завета был ратифицирован по широко распространенному консенсусу, а не по официальной прокламации. Некоторые книги постепенно становились авторитетными и священными, в то время как другие просто вылетали из процесса. И, конечно, на это потребовались века. И, безусловно, епископы сыграли важную роль в его формировании. Но нам лучше быть осторожными и не переоценивать централизованную власть ранней церкви. Ведь особенно в первом и втором веках, по сути, когда были созданы все книги Нового Завета, церковь еще не была столь авторитетной и централизованной. Следовательно, 27 книг, которые у нас есть сегодня, выжили не благодаря авторитету или случайности, а благодаря столетиям копирования и споров, что в итоге привело к Леодокийскому, Римскому, Японскому и иным соборам, которые утвердили и подтвердили список из 26 книг, что входят в канон сегодня. Последняя же, 27-я книга «Апокалипсис» или «Откровение Иоанна» была утверждена лишь в 419 году на очередном Карфагенском соборе. Подробнее об этой информации можно узнать у следующих авторов, ссылки будут в описании. И, кстати, вдохновение для последних нескольких роликов я взял с его позволения от Эндрю Хенри, автора канала «Религия на завтрак». Эндрю заканчивает свою докторскую по религиоведению в Университете Бостона. Он специализируется на раннем христианстве, ездит на раскопки древних городов в Греции, Италии и Ближнем Востоке и исследует, каким был быт первых христиан. Если вы понимаете английский, то проходите по ссылке в описании и подписывайтесь на его канал. Эндрю отличный парень, и у него масса роликов на самые разные темы, связанные с религией. А на сегодня у меня все. Подписывайтесь и ждите новых обзоров.